когда он обратно домой к себе в Америку вернулся, он написал книгу, которая стала называться «Простаки за границей». Вот где он описывал свой ближневосточный вояж, ближневосточное турне. И вот когда я эту книгу читал, меня очень сильно поразили описание Марком Твеном Палестины. Ну и чтобы голословным не показаться, небольшой фрагмент из этой книги о том, как Марк Твен увидел Палестину. Вот что он пишет.